Дата ее юбилея в феврале, но вот уже месяц, как в Национальном академическом драмтеатре имени Горького продолжаются торжества в честь актрисы Ольги Клебанович. В театральном фойе народной артистки Беларуси посвятили выставку, а на сцене у нее настоящий бенефис. Подарунок до уласного юбилею Ольга Клебанович зрабіла себе сама. Прыме русского театра было дадено выключное право пожадання брать и пьесу, и режиссера. Праз драматургию Сомерсета Маэма и у постановцы Модеста Абрамова актриса распавяла про каханне. Танга у троих. Ці історія двойного адюльтера. По-моєму, два мужчини кохають одну жанчину. А яна, героїня Клебанович, покидає мужа і п'ятигодове дитя діля бурного романа. Праз 30 годов вертається і бачить бумеранг. Я тот человек, которого два раза бросают. Сначала 30 лет назад это делает мать, которую исполняет Ольга Михайловна Клебанович. Вот. А в процессе нашего действия это делает уже моя супруга. Которая влюбляется. Зыграць психологічнага Маэма яе даўняя мара. Калісьці на Клебанович ставілі брытанскую класіку «Тэатр», але пастаноўка сарвалася. Прайшлі 10 гадоў, каб назапашаны жыццёвы і жаночы вопыт нарэшце выліўся на сцэну у любімым творы. Камедыя «Кола кахання» п'еса складаная і рэдка ставіцца на сусветных падмостках. Мой возраст позволяет мне немножечко обратить внимание на прожитое, а здесь именно женщина с определенным багажом. Ситуация – это такое, что ли, наглядное пособие для женщин, что нужно дорожить браком, что нужно, ну, конечно, вот пусть они сами решают, что важнее. Зорный актерский склад. А полюбовник Хью – саправды, я ей любимый артист. Александр Ткачонок амаль 40 годов на сцене у пары с Клебанович. Играли брата с сестрой и мужа с женкой. Персонажи закаханных по законам примирали у першиню. Мы исповедуем одно и то же. Мы с ней друзья и по жизни, и по сцене. Несмотря, что иногда играем врагов откровенных. Вот. Мы просто нас хорошо слышим из друг друга. Мы понимаем свои сильные стороны, слабые. Дзве дзеі менш, чым пару гадзін. Стылізаваны пад арыстакратычны англійскі салон 19-го стагоддзя інтэр'ер, статычны і без тэхнічных трукаў. Аўтар сцэнаграфіі касцюму Ларыса Рулёва, толькі адзінай гераіні Клебанович, дазволіла за спектакль троічы памяняць убор. Рэжысёр Модэст Абрамаў па-за штатам рускага тэатра, але з Клебанович працуе ахвотна і ставіць усе юбілейныя яе спектаклі. Дзядзечкін сон і ад'ютанча яго вялікасці пастаноўкі, якія ў рэпертуары тут затрымліваюцца на 10-годдзі. Наталя Бардзіловская, Віктор Барысаў, агенцтва Тэленавін.